Саратовцев удивят медом и шубами. В областной центр съехались представители более чем 200 компаний. Во Дворце спорта открылась 25-я межрегиональная выставка-ярмарка «Модный салон. Осень-зима-2015». Свою продукцию представили компании из Архангельской, Белгородской, Тамбовской и еще ряда областей. Они привезли в Саратов изделия из меха и кожи, детскую одежду, бижутерию и белье. Есть уже не первый раз. Мы участвуем, чтобы сделать рекламу своего товара и привлечь новых клиентов. Клиенты приходят каждый день за новым товаром. Мы надеемся, что будет повышение спроса на наш товар, и все будет хорошо. Основная часть товаров, представленных на выставке, предназначены для осенне-зимнего периода. А это, как решили организаторы, не только теплая одежда, но и витамины. Поэтому на ярмарку, помимо представителей текстильной промышленности, пригласили тех, кто занимается производством меда и его составляющих. Выставка будет работать до 22 ноября включительно.